день 21, 2 мая, разместила все свои вчерашние материалы, и вот я на дорожке. Пошла я, встретимся после нее. Хорошего дня. Остановила дорожку, прошла 5.5 километров. То ли переспала, то ли устала. Короче, упала с дорожки, оступилась, подвернула ногу. Ну, сильно грохнулась на самом-то деле. Попробовала идти, не могу. До завтра подожду, сегодня что-то сделаю со своей ногой. Жалко очень. Ну, 57 минут – это не ничего. Вот. Продолжаем день. На завтрак ничего нового. Мой мармелад самодельный. 2 яичных белка, это 60 грамм и 140. То есть 40 грамм сухой, это 120 или 100, не знаю, 120-140 грамм овсяночки. Все приятного. Делаю упражнения для шеи. Их много, я включилась поздно. Это я повторяю, у меня там идет зарядка в мониторе. Это зарядка для шеи от гипертонии. В общем, я сделала уже много упражнений. Классное упражнение. Сидя, медленно и печально. Удачи!
Вот, классное упражнение. Я их делаю для, ну, и для хребта, шейных позвонков, и для вот этой вот любимой вот зоны, которая становится все меньше. Вот шея как-то так стала просматриваться. Еще я делаю упражнение, делюсь. Вот это вот у меня гантеля. Беру я ее в рот и держу. У меня тут, ну не знаю, будет видно или не видно, натянутся мышцы лица, чтобы ее удержать. Не зубами, губами. И держу. Должна вам сказать, парализует не по-детски. Вот, есть еще одно упражнение. Держать ложечку губами. Ровненько. Не один раз, а несколько подходов. Третье упражнение. Я вытягиваю шею и тяну нижнюю губу к носу. Честно говоря, после ложки и бутылки, ну, мне показывать сложно, потому что делать это надо в течение дня. Ну, сначала с гантелькой. Потом с ложкой. А потом... Вот. Я это делаю в свободные, любые свободные минутки в течение дня. Вот. И щеки тянутся, и надеюсь, что вот эти вот мои бульдожки, брылики тоже поуходят. В всяком случае, так надеюсь. Это лучше, чем вкалывать себе фотоапоптоз, от которого мандец как болит, вся челюсть и лицо, кажется, что голова, блин, лопнет. И еще даже лучше, чем смазлифтинг, который рекламирует бешеных денег, и тоже можно репу свою потерять от этих болей. Я только в пути, и, то есть увидим, что произойдет с моим лицом, с моими вот этими брылями. Лиль, Али, как дела-то у тебя? Скажи мне, как с аппетитом, все нормально? Я вот держусь, держусь, ночью спать ложусь, овечек усердно считаю. 1, 2, 3, 4, а пятая приходит и твердым голосом таким говорит: иди поешь. Ну я встаю, иду к холодильнику. А на утро меряю вещи свои, там, ну, юбки, штаны, а ничего не налезают уже. А скоро нас выпустят, из карантина-то выпустят скоро всех. А в чем идти-то, ничего не налезает? Как у тебя дела с этим обстоят? А еда у меня сегодня вот такая. Решила себя, так сказать, удивить нестандартным. В общем, купила перец сладкий, паприка, да, он огромнейший, и как раз ровно в него вмещается 100 грамм каши любой, 60 грамм мяса курятины, без ничего. Вот именно я это не перемешиваю, как обычно, в фаршированный перец. Я взяла в саму перчину, вложила вниз кашу, перловку в данном случае, наверх положила котлетку, размяла именно мясушко, фарш. Чистый фарш, не солила, ничего ему не делала, но лук добавила с лучком. Перца черненького, чтобы вкусненько было. Налила томатный сок, домашний томатный сок, морковка. И сделала вот такую типа пассировку. Юшечка такая с томатиком. Немного, кстати, соли дала здесь. Вот совсем немножко, даже вот и не знаю, насколько немножко. Надо попробовать эту немножко, но пахнет оно не соленым. Я соленую пищу узнаю по запаху. Ой, нет, она вообще не соленая, она кисленькая, но не соленая. Вот, и вот это вот у меня в одной перчине порция еды. То есть там перец как овощ, ну, он отварной, каша и мясо. Вот, поделюсь впечатлениями. Вот раскрытый перчик, кашка и мясо, все видно показательно. Очень вкусно пахнет, приступаю я к еде. 14, ой, 15:30.
Это моя третий прием пищи после 15, ну я решила после 14 больше не кушать углеводы, кашку исключила. Посмотрю, вот мясо 60 грамм, взвешивала сегодня, когда эти перцы наталкивала. 60 грамм индюшатинки, 250 грамм, наверное, на глаз, 4 редиски, 1 огурец, салат. Вот буду принимать еду. Следующий прием рыба через 3 часа с салатом, а перед сном просто салат. Смачного. 18:30, кусочек лосося запеченного. Там, правда, почти 100 грамм, но я думаю, не разжирю 30 грамм, он остаток, я же его не буду таскать сюда-туда. Ну и салатик, грамм 250. Добрый вечер. Денек закончился. Вот, нечего мне вам интересного показать. Все, что произошло, неинтересно. Вот. Сделала покупочки. Как мой знакомый ему только что позвонила. Я зайду в магазин, ржет надо мной. Говорит, за жратвой? Да, за жратвой. Да, Саша, петля. Это я тебе говорю. Вот, тебе сказала, что пошла за маслом. Вот, масло льняное. Даже тебя не обманула. Масло и купила. И две авокады. И вот масло. Все, больше ничего не купила. Так что подписывайся, миленький. Обещал? Подписывайся. За тобой придет еще 1 000 000 подписчиков. А вам, друзья, доброй ночи. До завтра.